Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Отношения на расстоянии, съезжаться не готов, что делать? Познакомились с парнем, все было отлично, начались отношения. Через полгода он уехал учиться, работал в другой город. Мы в разных городах, езжу к нему раз в 2 месяца, уже 2 года. Постоянно ревную, так он ходит на тусовки. Жил с другом, недавно переехал жить один, на предложение жить вместе отказался. Сказал, что боится быта, сказал, что ему нравится наше легкое времяпровождение. Что делать, очень устал от отношений на расстоянии. Спросила, когда будет готов съезжаться, точного ответа не дал. А, собственно, аноним, что делать, чтобы что? Ну, вы хотите свое отношение к этой ситуации изменить? Вы хотите как-то парня изменить? Ну, то есть, вот, вы хотите, чтобы, ну, мужчина, да, как-то вот по-другому, например, смотрел на эту ситуацию, вот. А чего вы хотите, собственно? Вот. А я пока что, исходя из вашего сообщения, увидел только вот такой момент, да, как мне кажется, достаточно важный момент, это то, что вы ревнуете. Вот, вне зависимости от того, что вы чувствуете, да, к, ну, мужчине. Вне зависимости от того, что он для вас значит, вот. Если у вас есть ревность, то она, ну, так или иначе будет вам мешать, вот. Ревность, так или иначе, будет блокировать ваши чувства, вот, к мужчине, просто потому что, вот, поэтому вот данный аспект, да, то, что вы ревнуете, в первую очередь нужно, как мне думается, разбирать, вот, и рассматривать, потому что это, на мой взгляд, оказывает такое вот существенное влияние на то, как вот вы в целом, значит, себя, ну, ведете с, значит, ну, с мужчиной. Вот. А ревность, она, проистекает из неуверенности в себе. Вот. Ревность проистекает из, значит, страха, из страхов, например, одиночества, то есть если человек вот боится остаться один, да, боится там потерять другого человека, вот, ревность проистекает из некой такой вот
потребности обладать партнером. Вот. То есть, ну, такое несколько лутированное, да, несколько предметное, что ли, восприятие партнера, получается. Вот. И также ревность — это история про то, что между людьми, ну, не сказать, чтобы много общего было. Вот. Потому что ревность предполагает вот некое такое, знаете как, постоянное обращение к гендеру партнера. То есть вот ты женщина, да, я мужчина, вот, я женщина, ты мужчина, вот мы взаимодействуем вот такими категориями. Вот. И само собой, на мой взгляд, по крайней мере, ничего хорошего из этого не может получиться. Вот. Потому что это путь никуда, это вот история про, как я уже сказал, желание обладать. Вот. Это про желание обладать, причем такое, довольно сильное, наверное, желание обладать. Вот. И отсюда вот эта вся история и возникает. Но это, как вы понимаете, только одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса заключается в том, что, ну вот, вам, допустим, что-то не нравится, да? Ну, то есть, вот вы, там, грубо говоря, считаете, что вот человек, да, поступает неправильно, да, то есть вам кажется, что нужно съезжаться. Ну, в конце концов, 2 года это большой срок. Вот. И что же, вы имеете полное право так думать, вы имеете полное право так считал. Вот, но вам нужно как бы стоять на своем в этом смысле. Вот. И продвигать свои интересы. А у меня, вот как-то, к сожалению, есть такое ощущение, что как раз таки вот ваши интересы, вы не продвигаете в данном случае. Вы ждете того, что, что мужчина это будет делать. Вы ждете того, что мужчина, согласиться с вами, да, вот, и по итогу, например, даст вам то, чего вы хотите, то есть прослеживается зависимость. Дело в том, что вот если вы как-то 2 года ездили к человеку, и при этом вам, не нравилось, да, то есть, просто вот,
вы считали, что это неправильно, да, вы считали, что, ну, что так не должно быть, например, вот, и так далее, допустим, опять же. А то это же только ваша ответственность, к сожалению, только ваша ответственность, что вы это делали. И если у вас были какие-то ожидания вот, от этого всего, то крайне важно, чтобы эти ожидания, ну, как-то соответствовали. Потому что реально, да, потому что вот, на самом деле происходит. Вот. А получается так, что это, ну вот, это получается не совсем реально. Вот. И вот это уже становится проблемой. Это уже становится очень такой, значит, ну, серьезной проблемой. Вот. И вам нужно брать ответственность за это, на мой взгляд. То есть брать ответственность за что? Брать ответственность за свои действия, вот. Брать ответственность за свои желания, свои потребности. Вот. За то, что вы считаете, ну, важным, вот. Понимаете, какая штука. В противном случае эта ситуация просто будет вам изматывать и дальше. Вот. Очень важно увидеть, что общего между вами и, ну, и мужчиной. То есть, что вас объединяет, собственно говоря. Да. Потому что если общего немного между вами, то ваше общение, ну, оно может ни к чему не привести, от слова совсем, от слова вообще. И если что-то общее есть, да, то это нужно, ну, развивать, вот это нужно, значит, приумножать, вот. И тогда будет шанс, конечно же, вот. Будет шанс на что? Будет шанс на то, чтобы вот, ну мужчина, как вот, захотел, значит, ну, быть к вам ближе, да? Никак, вот, сейчас. Например. Вот. И, соответственно, что нужно еще? Да? Вот, ну, на что бы я еще обратил бы ваше внимание?
на то, что значит, время допрашиваете обратную связь от него, при этом не выражаете и не проявляете того, что, ну, допустим, хотели бы выйти. Вы говорите просто, что я устал. Ну, хорошо. Вы устали. Значит, ну, очень жаль. Очень жаль, что вы устали, да. Безумно жаль, что вам, ну, что вам тяжело, да, безумно жаль, что вы страдаете. Вот. Это правда. Так, а делать-то, вот, что? То есть, ну, парень, он вот совершенно определенно в этом смысле заявляет, что его все устраивает, да, что он там ни к чему более серьезному не готов, вот, и ничего более серьезного не хочет. Вот. Это может продолжаться сколь угодно долго еще. Ну, просто потому что если его вот, если его все устраивает, то может сколь угодно долго продолжаться. Поэтому, на мой взгляд, вам нужно вот для себя самой решить вопрос, касающийся ваших приоритетов, вот. То есть что для вас вот, в приоритетах находится, да, и вот в соответствии с этим, в соответствии с тем, какие у вас приоритеты, и действуют уже, понимаете, да? А не ждать, пока мужчина там на что-то, ну, на что-то решится, да? Вот, потому что если ему хорошо, так, то он, ну, он может и ничего не решить в этой ситуации. То есть он может просто, ну, грубо говоря, оставить все как есть. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Поэтому я думаю, вот, что, ну, я думаю, что какой-то вот такой ответ вам можно дать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Надеюсь, что это было полезно для вас. Надеюсь, что это было интересно для вас. Вот. И надеюсь, что вот какую-то, ну, пищу, да, для размышлений вам это тоже дало, потому что, ну, очевидно, да, что вам плохо, что вы хотели бы решить эту ситуацию.
Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это обратная связь позволит вам сформулировать для себя базовые постулаты, вот, для психотерапии, вот, и позволит, ну, позволит наметить какие-то основные пути, вот, куда бы вы хотели двигаться. Всего самого доброго, удачи, обращайтесь.